Княжпого стравен соляйн, воджи чуньтален грезлы швичко, лывжедный ен киркаса отсален осымен таче солощияс. Но и став республика еш бурчел майоз, медведжа тулсов я субботник, котртыс на колем шойчалун яса, кывшета Наталья Муравьевале. Кирпич бурща кирпич и енлен петкачем лыщием вичко вочасен бергаде ащес вывлам мичлунса. Вежайн вильмедны эздугдывны и ты у нас. Вольсалысны джодж, джонталысны трапезнаен ерк дащкен яс, алтар лыщ юкан. Буршила майызлен отсаган вычима бытте вычны почтам тор. Первый раз в этом сезоне собрались на субботник. Талун медводжа чукартлым субботник, виджедлэ мыта вычима тывчежан. Унатор. Пучка шкен яс вильмедым, ыны ознен вияв джошсавычым. И югарыс мичалэччэ. Нимкодь виджедны тавлы. Воджендерт уджис уна, коркошмас штукатуры там. Отсагвылы войсны чуваш яш иджид опыта мастер яс, кужаны джонтавны важичко яс. Найя и вычисны джуджит посса. Мы приехали с Чувашии, с Канашского района. Андрей, Николай приехали устанавливать храм в Коме, в деревню Ляли. Храм Богоявления. Мы в эти дни занимались реставрацией потолка. До этого времени мы восстанавливали храм в Коме, в Сосногорске. Уже зеву на неком индас кубометра пывяс и неком иншурс кирпич. Но волонтер яскад еще кад уже с кухни амуна. Волоны таче маты гагарыш йоз. Сегодня мы занимались, доски таскали. Талун мей пывяс кыскалым весалым территория, течим пывяс сакор локтасно уджалыш яс. Медым ставы свылы места вылын. Вичко выльмас, ме эскаталын. Продолжаем уже многолетнюю. Ну, адам важья традиция от салам выльмадны вичко. Талун лыщит поводдя, ставан зеля ужалысным. Ражим пывяс, гудырса, каменщик яс бырын колем лыпса петкедем. Радлам мы юджис ыд емуна. Кора ставныта волыны, миян лов юкантаны и выдяс сащета ен. Вичколын мыт суттан, вежедлысны сиес шурскок ямы щоквайтымын шижима двоон, киен вычтам спас образлы шиемен, сыстам да мича. Эзнин коль сывет катча ызилымлен, шыдащем колясыз. Сымын кирпич яс вылын гижет ясемышна. Гожым нас батюшка кысе коштыны стройбасы. И позже штукатурытны тая ваш шкен яссы. Наталья Муравьева, Дарья Волокжанина, Владимир Кривцун, Юрган телеканал, Княжпогост район.